Здравствуйте. Папы и мамы обычно работают и не могут представить свою жизнь без орудий труда. Дети обычно играют и не могут представить свою жизнь без игрушек. Вот об игрушках мы сегодня и поговорим. Пойдемте. Программа выходит за підтримки торговой марки «Барни». Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы не о болезнях, сегодня мы о хорошем, о праздничном. О том, что никогда не должно стать неприятностью и источником болезни. Об игрушках. И вопросов про детские игрушки возникает множество. Главное, задавая вопросы сегодня, мы учитываем именно медицинские аспекты детских игрушек. Не правда ли, Луиза Васильевна? Верно. Луиза Васильевна играется со мной и с игрушками до сих пор в разные игры. Да. Вот, тем не менее, мне бы хотелось начать сегодняшнюю передачу с опроса наших экспертов, которые уж точно лучше, чем многоопытная Луиза Васильевна, разбираются в игрушках. Мне любимые игрушки... Танки. Я люблю кукол, и потом своя девочка. Больше всех люблю вампиров. Игрушки должны быть не поломанные. Игрушки должны быть на месте. Игрушки могут быть разными. Красивыми, хорошими, красными, синими. Они должны быть для деток только красивые такие. Не грязные, не грязные. Без лозди и без отверток. Большие, но не как мы. Игрушки должны быть улыбающими. Они должны быть хорошими. Хорошими быть. Если они будут плохими, то ребенок может заболеть. Самое важное – игрушки батареи. Игрушки нужно с собой покупать. Моя любимая игрушка – это банкомат. Замечательно. Вы знаете, ситуация, при которой медицинские аспекты, вот именно безопасность игрушек, волнуют мам и пап настолько, что они ходят с этими вопросами к врачам, возникает крайне редко, но иногда все-таки возникает, правда? Да. Вот у вас был актер Сергей Рост. Он был один, но у него есть дочь маленькая. Вот, давайте посмотрим. Давайте. Когда Сережа был маленький, выбор детских игрушек был невелик. Честно говоря, невелики были и финансовые возможности его семьи. Когда же Сергей вырос и стал знаменитым, повзрослел и список игрушек, которые ему нравятся и которые он, к счастью, теперь мог себе позволить. Он их менял, обновлял, гордился ими. И так продолжалось быть долго. Но вот, 13 марта 2011 года в живом журнале Сергея, названного так кстати, в честь Сергея Есенина, появились строки. Я сегодня стал папашей, то есть стал умнее и старше. Я хожу победным маршем, я танцую и пою. Я себя не узнаю, всех на свете я люблю. Я ношу в руках клубочек, ножек, ручек, губок, щечек. Нет таких красивых дочек, есть одна лишь у меня. И теперь бессмертен я. Круг замкнулся. Обычные детские игрушки снова заинтересовали Сергея. Но опыт-то утерян. И пошел Сергей Рост к доктору Комаровскому. Доктор, вот у меня дочке 7 месяцев, и, судя по всему, ей уже неинтересно просто, чтобы я носил на руках и там пел песенки. А, видимо, настает пора, когда надо будет предлагать ей игрушки. И мне хотелось бы понять, какие игрушки стоит предлагать, какие не стоит предлагать. Потому что все ведь так изменилось в этом мире. Когда я рос, была шутка такая, что вот детство было тяжелое, были только деревянные игрушки. А сейчас, наоборот, говорят, что деревянные металлические игрушки – это самое как бы круто,
Это значит, только дорогие люди могут себе позволить. Вот новорусские. Вот, а, и какие вообще нужны игрушки, чтобы правильно, ну, чтобы и как бы и не отравилось дитя, как бы, да, там, и в то же время, чтобы оно развивало. Потому что, ну, вот у меня было немного игрушек в детстве, и я просто делал игрушками все то, что попадалось под руку. То есть вот там брал, предложим, стул, переворачивал его, значит, садился, значит, как-то, и получал уже кабину самолета. То есть вот это вот... И гудел, уже, и гудел, своей, да. И там я... Вот эти четыре ножки, это были, значит, уже эти пушки, которыми стрелял, играл в истребители, вот этот... всякие фильмы, которые смотрел по телевизору черно-белому, давали пищу для воображения. Потом делал машину, там ставил колесо, так и вот уже крутил. И был, правда, еще, по-моему, очень нравился конструктор собирать, разбирать. Вот. А так особых игрушек-то не было. Сейчас... Сереж, вот, вот этим примером со стулом, да, вы проиллюстрировали одно важнейшее правило. В том, что ребенок может, да, легко, да, обойтись, да, без игрушек, но не может обойтись без игры. Да. То есть играть ребенок будет по-любому. Кстати, вот тут надо сразу объяснить, что же это такое игра. То есть игра – это такой образ действий, да, и модель поведения, у которой нет конкретных целей. Игра – это то, что делается ради самого процесса игры. Угу. То есть это уже люди превратили игру вот, в футбол, где уже сама игра никого не интересует, важен результат. Да? Хотя на самом деле главное в этом в спорте, в игре, да, это само действо. Так вот, оказывается, есть игры, которые есть в живой природе, и играют практически все, да, там млекопитающие особенно, и приматы, но они, как правило, все-таки обходятся без игрушек. Обратите внимание, кто-то использует в качестве игрушки свой хвост, да? Но естественные игры – догнать, спрятаться, перепрыгнуть. Да? И неудивительно, что когда вы были маленькие, я был маленьким, главные игрушки были мы сами. Да. Игрушек было очень-очень мало. Да. Но в любом детском саду выходили, выводили детей в любую погоду и играли в прятки, в догонялки, да, вот это были главные игры, да, и то есть игра ребенку жизненно необходима. Без игрушки можно обойтись, но игрушка помогает сделать игру более разнообразной, да, и, собственно говоря, если даже вот в историю идти, то человечество всю жизнь, сколько существует реальная цивилизация, оно знакомо с игрушками. Кстати, есть уникальное, я сам вот этому удивился, еще даже Платон писал о том, что если вы хотите, чтобы ребенок был, допустим, строителем, то надо, чтобы он с детства строил. Люди давным-давно знали, что если игра – это удовольствие, да, что если ваша игра станет потом вашей работой, то вы будете от нее всю жизнь получать удовольствие и будете счастливы. И если ребенок сейчас много строит, то есть шансы, что он будет счастливым строителем. Понимаете? И вот, или он фермер, землекоп, вот извольте. Лопатка, совочек, грабельки. Все это, слава богу, есть. Да? То есть, ну, вот такие раньше были взгляды. Сейчас, опять-таки, считается, что ну, неправильно. Неправильно будет, если мальчик будет там, иметь куклу с кучей одежды, с утюжком. Вот считается, в общем-то, что это женская модель поведения. Да, то уже есть... начинают настороженно смотреть родители на такого ребенка. Да, да. Мальчик, вот... и вдруг он так с куклами возится. Он же где-то их взял. Не, может, чтобы сломать сразу эту куклу. Да-да-да, ну, вот модель поведения. То есть, по-видимому, то есть вы, судя по всему, вот когда сидели в этом стуле, да, то есть вы потенциально все-таки, у вас были задатки летчика все-таки, да? Да? Но вы же имитировали летчика, да? То есть, значит, у вас уже тогда родители могли разглядеть вас, артиста. Да. Да? И главной игрушкой был вот этот самый стул. Но чем опасен стул с торчащими ножками? Тем, что можно на него упасть, да? Что-то там себе сломать, что-то выбить. И тут мы подходим, собственно говоря, к той главной теме игрушек. Главное в игрушке – это ее безопасность. И когда папа сейчас подходит к играм с 7-месячным ребенком и думает, что бы такому ребенку подарить, то мы сразу должны понимать, вот это очень важно, зачем нужны игрушки 7-месячному ребенку. Первое – для того, чтобы дать отдышаться маме или папе или няне. Понимаете? То есть отвлечь ребенка на некоторое время, чтобы мама могла хотя бы сходить в туалет. Потому что больше рядом, вот как вы сами сказали, ну сколько можно носить на руках, уже хочется дать что-то, чтобы руки отдохнули. В конце концов. То есть вы заранее предполагаете, что 7-месячный ребенок останется с этой игрушкой один на один. Да? И отсюда сразу пошли требования. А
он никак не должен ее проглотить. И не просто ее, а любую часть ее. Вы можете дать ребенку куколку, которую он не проглотит, но он стащит туфельку с этой куколки и засунет ее в рот. Да? Значит, он не может ее проглотить. То, что он засунет в рот, не должно быть токсичным, не должно иметь острых краев, шероховатых поверхностей. Тут уже возникает, если это дерево, то не всякое дерево можно использовать. Это дерево должно не иметь риск занозы, да, не должно иметь острых краев. То есть вот уже опять-таки куча требований. То есть материал, красители, а опять-таки такая игрушка должна мыться. У нас есть уникальная любовь к мягким игрушкам. И я, кстати, тут могу вам рассказать один из самых таких доступных вот советов по обеспечению безопасности мягких игрушек. Мягкие игрушки могут быть накопителем огромного числа не только бактерий, но и клещей, вшей, всякой дряни. То есть их, это все там может быть. Особенно с учетом того, что делается они очень часто в очень сильно развивающихся странах. Хранятся в не очень качественных там, помещениях. Поэтому одно из требований, первое, да, очень не помешает это постирать. А как очень с легкостью уничтожить всех клещей? Засунуть мягкую игрушку на 6 часов в морозильник. В полиэтиленовый пакет замотали и в морозильник. Понятно, что вы можете купить такого мишку, что его не всунешь, то есть на такой морозильник папа еще не заработал, называется, да? Ну, значит, покупаете такого мишку в зимнее время, чтобы выкинуть его на балкон. Ну, вот знаете, иногда вот такой элементарный совет. Ну, давайте вот вернемся к той теме, которая вас волнует. 7-месячный ребенок. Хотелось бы, чтобы он от этой игрушки получил еще что-то. Звуки, да? Это здорово. Вот чего он не должен от нее получать, это запахи. Вот взяли игрушку в руки и нюхайте. Пахнет, это не ваша игрушка. Вот, вот примитивные вот такие вот вещи, да? Если она имитирует форму чего-то, если она издает звуки, если там она меняет цвета, например, там есть вот шарик разноцветный, который крутится, она вращается. То есть это здорово. И вот такие игрушки однозначно можно использовать. Вот на самом деле очень часто у нас взрослых возникает такой вопрос. Ну вообще, в принципе, о чем мы тут разговариваем? Ну, казалось бы, ну игрушка нормальная она или ненормальная, опасна она или не опасна, вот это видно любому здравомыслящему родителю. Ну вот давайте рассмотрим элементарный пример. Вот, Луиза Васильевна, дайте мне вот этого зверя, которого вы так нежно обнимаете. Можно? Вот представьте себе, мы произнесли такую замечательную фразу о том, что не только сама игрушка, но и любые ее части не должны засунуться ребенку в рот. Да? И вот представьте себе, вот у этого замечательного зверя есть глаза. Да? Эти глаза пришиты. Естественно, у зверя может быть куча пуговиц. Да? И вот оказывается, есть специальные нормы. Они рассчитаны умными дядями и тетями. Например, что любое вот то, что пришивается, любой глаз, любая пуговица должна выдерживать усилие на разрыв в 9,5 килограмм. Ну вот привожу пример. Представьте себе, мы взяли вот сюда, привязали веревочку, поставили 10-килограммовую гирю, привязали ее и должны поднять, чтобы гиря оторвалась от пола, а это не оторвалось. И оказывается, вот те дяди и тети, которые выписывают сертификаты на наши игрушки, которые мы даем нашим детям, они должны все это с игрушками делать. И все это должно проверяться. Поскольку я уверен абсолютно, потому что я видел огромное количество игрушек, в которых все держится, простите, скажем по-нашенски, на соплях. Что эти дяди и тети своих функций не выполняют, то мы с вами, покупая игрушки нашим детям или в качестве подарка другим детям, берем на себя огромную ответственность. И знать, чего бояться, мы должны. И уверен, у вас по этому поводу есть множество вопросов. Вот на них мы и будем отвечать. Здравствуйте, Евгений Олегович. Вопрос, который часто беспокоит нас, как родителей. Игрушки из какого материала наиболее полезны и безопасны для детей? Ну, на самом деле, самое главное для нас иметь возможность игрушку дезинфицировать. Да?
С этой точки зрения резиновые и пластмассовые игрушки наиболее безопасные. Естественно, вот здесь возникает огромный нюанс качества пластмассы, качества резины. Поэтому, ну, вы знаете, я бы взял первым делом что-нибудь... Поскрябал, убедился, понюхал бы. Да? Вообще, будьте очень осторожны с очень яркими цветами. Да. Вот когда это насыщенно зеленое или насыщенно красное, вероятность того, что этот краситель безопасный, в общем-то, не очень велика. В общем, умеренная яркость цветов, пластмасса, резина. Это нормально. Вот, кстати, попробуйте сами на вкус. Оно не должно быть горьким. Вообще вкуса практически быть не должно. И вы не должны ничего от этого откусить. Спасибо. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как часто и как именно игрушки нужно мыть? Нужно ли дезинфицировать? Если нужно, то чем? Здорово. Вы знаете, что здесь важно? Что очень бы не хотелось, чтобы вы дезинфицировали игрушки с помощью различной бытовой химии. Вот это вот очень бы хотелось. И в этом плане вот... Мы рассказывали, один из вариантов дезинфекции – засунуть несчастного животного в морозилку на 6 часов. Это один из очень актуальных примеров. Еще что надо сделать? Надо внушить детям, что игрушки очень любят загорать. И вот как только выходит солнышко, надо эпизодически все игрушечки на солнышко. Солнечные лучи губительны для большинства вирусов и бактерий. Кстати, очень часто и родители, и сотрудники детских садов обсуждают тему использования кварцевых ламп. И считается, что если вот в помещении висит кварцевая лампа, то она там убивает всех вирусов и бактерий, и люди не болеют. На самом деле кварцевые лампы совершенно неэффективны как дезинфицирующее средство для воздуха. То есть вешать их в детских садах не имеет смысла. А вот использовать кварцевые лампы для дезинфекции игрушек очень даже здорово. Включили лампу, поставили игрушки и продезинфицировали. Естественно, если мы вот такие игрушки стираем, а это вполне можно делать, то используйте, пожалуйста, детские порошки, используйте несколько циклов полоскания, и это будет вам счастье, короче говоря. В общем, на самом деле, было бы желание, главное, минимум химии, но много воды, солнца, мороза, кварца. Вот вам главные правила дезинфекции игрушек. Евгений Юрьевич, а у меня такой вопрос. Вот мы помыли, почистили игрушки, все с ними хорошо, и положили в грязную коробку. Где их хранить? Вот, это очень интересный вопрос. Кстати, вы знаете, хорошо, когда у нас есть один единственный ребенок, да? А если у нас есть старший брат, то тут же надо учитывать, что игрушки старшего брата, они должны быть часто недоступны для младшего. А у нас сплошь и рядом папа не заработал на такую мебель и такую квартиру, где можно... В общем, вопросов множество. Кстати, один из очень важных нюансов – это то, что когда игрушки находятся где-то в мебели, то есть выделили некий ящик, то очень часто возникает угроза травматизма, когда дети пытаются вытащить этот ящик, засунуть в него голову. Они вообще лазят туда за игрушками. Очень часто это вообще какие-то комоды с поднимающимися дверцами, которые падают потом на детскую голову. Короче говоря, идеально. Это некая емкость, которая моется вся целиком и не имеет крышки. И, кстати, таких емкостей продается сейчас огромное количество. Они недорогие. Это может быть ткань какая-то, это может быть пластик, чтобы туда можно было игрушки забрасывать. И еще один нюанс, очень важный. Его редко рассматривают. Детские игрушки очень часто представляют огромную угрозу не столько для ребенка, сколько для его родителей. Потому что ситуация, когда папа, особенно злой папа, споткнулся ребенка у автомобиля и разбил себе голову, возникает очень часто. Поэтому надо папам и мамам дружно дрессировать детей, чтобы игрушки просто так не валялись. Если заканчивается игра, то игрушки должны перемещаться в свой игрушечный дом, о котором нам рассказала Луиза Васильевна. Здравствуйте, Евгений Олегович. Скажите, пожалуйста, что же все-таки хорошая игрушка и чем она отличается от плохой? И у меня еще такой, может ли она быть вредной? Может. Ну, давайте начнем сначала с самого начала. Может быть, с этого вообще надо было начать. Что же такое игрушка? Игрушка – это фактически имитация чего-то, что есть в реальном мире, что окружает ребенка. Да? Вот возьмем, например, вот этого, с позволения сказать, ежа.
И на фоне этого ежа проиллюстрируем главные требования к игрушкам. А игрушка должна имитировать натуральный объект по форме, пропорциям, цвету. Так вот, объяснить ребенку, что это еж, и что вот эта иголка, может человек только с извращенной фантазией. Вы это прекрасно понимаете. То есть поймите, что когда вы сами внушите ребенку или расскажете ребенку, что вот неси сюда ежика, давай играться с ежиком, а потом вы пойдете в зоопарк и там с ежиком встретитесь, то кто-то из вас будет неправ. То есть ребенок искренне вас не поймет, что вот это ежик, хочет для него ежик вот это, и никаких других ежиков для него быть не может. Поэтому давайте сначала научим ребенка тому, что есть в окружающем его мире. Ну, то есть познакомим его сначала с вот игрушкой, которая имитирует корову или зайчика. И только потом, когда он вырастет и станет взрослым, он купит, например, в подарок любимой теще вот такую игрушку, например, да? Вы знаете, на самом деле, когда мы вспоминаем или говорим о вредности игрушек, мы ведь, будь моя воля, моя личная воля, воля доктора Комаровского, то никакого игрушечного оружия существовать не должно. Это мое мнение. Мы закладываем в наших детей модель поведения и модель выяснения отношений. Каждый день мы по телевизору видим совершенно чудовищные образцы выяснения отношений. И эти образцы мы закладываем в наших детей очень часто играми и игрушками. Поэтому вот это, с моей точки зрения, не детская игрушка. Не детская. Это игрушка папы, и это повод гордиться папе, что я на нее заработал и смог своему ребенку подарить. Вообще, ребята, давайте еще раз просто подумаем и попытаемся ответить на вопрос. Кто-нибудь еще в живой природе приносит своим детенышам игрушки? Ну, кошка может принести мышку, да? Ну и а для чего она ее принесла? Для того, чтобы показать котенку, как за этой мышкой охотятся. То есть к игрушке обязательно прикладывается взрослый человек, который учит ребенка игре. А игра моделирует поведение. То есть вот что самое-самое печальное применительно к игрушкам, об этом мы уже говорили. В том, что игрушка сплошь и рядом – это способ мамы и папы освободиться от ребенка хоть на какое-то время, чем-то его занять, чтобы выполнять свои социальные функции. Взрослая кошка все свободное время учит котенка. Ей не надо готовить коту еду. У нее другие функции в жизни, понимаете? На нашу кошку нагрузки намного больше, на человеческую, да? Поэтому мы должны понимать, что коль скоро игрушка остается вместе с ребенком, вдвоем, вот они вместе, и ребенок занят именно этой игрушкой, то заниматься ей долго и безопасно он может при соблюдении нами определенных требований к игрушкам. Но вот какие же требования главные? Давайте, наверное, вот эти требования к игрушечной безопасности посмотрим, запомним, запишем и передадим другим. Главное требование. Первое. Интересуйтесь качеством. Сертификаты и информация. Игрушка, на которой ничего не написано, где нет указаний на, из чего она сделана, где она произведена и на какой возраст она ориентирована, она не должна попасть в ваш дом или в дом ваших друзей. Пункт второй. Определитесь с вашими целями и детскими потребностями. Вы знаете, когда папа, вот я вам честно, сейчас я расскажу тайну из своей юности. Когда моему ребенку было 2 года, я купил ему железную дорогу. Я мечтал о ней всю жизнь. И когда его хватило на 15 минут, я понял, что совершил ошибку. Но мне было так интересно опускать эти паровозики. Так вот, я хочу, чтобы мы сразу, чтобы вы не повторяли этих ошибок моих, да? И тем не менее, покупая игрушки, отдавали вам отчет, для чего вы это делаете? Кому хочется эту игрушку? Папе? Маме или она действительно нужна ребенку? Запомните, игрушка не пальто. На вырост игрушек не бывает. То есть, если вы купили игрушку, рассчитанную на 5-летнего ребенка, и всунули ее к 2-летнему, во-первых, ему будет неинтересно, во-вторых, до 5 лет она точно не доживет. Ее разломают уже сейчас. Поэтому задавайте себе эти вопросы. Пункт 3. Это способы контроля. Что мы должны контролировать?
Первое. Размеры и форму. Это форма ежа, как вы понимаете, да? Она нас не устраивает. Когда мы контролируем размеры, мы должны учитывать вес, например. Ну, в конце концов, сможет ребенок это все осилить и поднять. Дальше. Материалы и наполнение. Вы знаете, например, вот этот замечательный зверь, вот который передо мной, да? Вот у него наполнение, извините, такое, что это можно вдохнуть. Понятно? А ниточки у него нехорошие. Поверьте, его никто не рвал. Он порвался в процессе транспортировки. Понимаете, да? Так вот, такое наполнение. Но ведь у него есть гигиенический сертификат, который какой-то дядя выписал. Понимаете? Поэтому еще раз. Вы сами лучший гигиенический сертификат для ваших детей, для ваших друзей. Поэтому контролируйте материалы и то, чем это наполнено. Огромное значение имеют многочисленные погремушки. Почему? Конечно, способность детей разломать любую погремушку, как вы понимаете, очень высока. И очень важно, чтобы те шарики, которые там внутри гремят, были достаточно крупные. И, как правило, вот в этой, например, погремушке, она замечательная, в ней один вот такой большой шарик, и он там внутри, его даже видно, она с просвет. Так вот, это тоже надо учитывать. Дальше. Наличие свободных, подвижных, отделяющихся и отрывающихся частей, ленточек и так далее. Считается, что ни одна веревочка, которая есть... Это может быть бантик какой-нибудь, это может быть шнурки на ботиночках. Так вот, ни одна веревочка, имеющаяся на игрушке, не должна быть длиннее, записываем, 15 сантиметров. Длиннее обрезайте, иначе точно обмотает вокруг шеи, и плохо это кончится. Запомнили? Тогда продолжаем. Итак, дальше. Целостность. Комплектность и исправность. Не надо, чтобы у ребенка возникала трагедия от того, что игрушка ну, не ездит, не поет, не играет. Ну, проверьте, в конце концов, что именно... Вот, ну, это, я считаю, что самое жуткое – это подарить какую-нибудь игрушку на батарейках, но без батарейки. Ну, вот это такое издевательство над человеком, да? Ну, можете себе представить, да? Ну, и последнее, и очень важное – это безопасность упаковки. Это вот очень важно, потому что, как правило, если игрушка сама хороша, то упаковка, как правило, имеет кучу всяких там крючков, какие-то проволочки, какие-то пластики, которыми можно порезаться, поцарапаться. Поэтому, пожалуйста, дарите ребенку игрушку без упаковок. Это очень важно. Четвертый очень важный пункт. Игрушку вы должны мочь обработать, убрать и хранить. За этим тоже следите. Иногда бывает, что вот когда в однокомнатную квартиру, где кроме мамы, папы и ребенка еще есть бабушка, и вдруг добрые друзья принесли вот такого медведя, который занимает место больше, чем бедная бабушка. И потом начинается, что с ним делать дальше. Дальше. И особое внимание. Вот особое, вот есть специфические игрушки, которые вот очень волнуют, всех волнуют. Именно таким игрушкам надо уделить особое внимание, в частности, игрушки, которые предназначены для езды. Для езды. Ну, например, вот игрушка для езды. Важно, чтобы эта игрушка, чтобы ребенок на ней куда-нибудь не заехал, чтобы она вообще ездила, чтобы колесики крутились, чтобы сев на нее, ребенок с нее не свалился, чтобы он ее не разломал. Это очень важно. Ну, естественно, если вы настолько обеспечены, что у вас в доме есть несколько этажей и лестницы, так подумайте о том, что если уж вы заработали на лестницу, так у вас чтобы были дверцы на эту лестницу, чтобы ребенок не мог на этой игрушке с лестницы скатиться. Дальше. Игрушки, вот это тоже очень актуально, имитирующие пищевые продукты. Каждый год, накануне и после Нового года, пока в доме стоит елка, и на елке висят стеклянные конфеты, помидоры и огурцы, сотни детей пробуют эти огурцы, а потом едут вынимать стекло изо рта. Поэтому я вас очень прошу, если у вас есть вот такая стеклянная волшебная конфета, то повесьте ее, пожалуйста, как можно выше. А если в доме есть ребенок, которого не хватает ума, что ее не надо кушать, то вы можете, в конце концов, обойтись без этой конфеты. Правда? И всем будет намного легче. Дальше. Ну, вот те игрушки, о которых я уже говорил, в частности, игрушки стреляющие. Да? Понятно, что если уж что-то стреляет, то что стреляет, это обычно круглое. То чем точнее стреляют. Это обычно круглое. Любые шарики опасны для глаз. И, возможно, травма глаза всегда. Поэтому, если все-таки это сразу так на будущее запоминаете, если все-таки каким-то шариком попали в глаз, и ребенок прибежал с глазом вот таким, то мы помним о правиле первой помощи. Первая помощь при тупом повреждении глаза –
это приложить холод к глазу. Понятно? Достали из холодильника что угодно холодное, завернули в тряпочку, приложили к глазу. И сидим так 20 минут. Понятно? Это очень важно. Меняя все, ребята. То есть это очень важная первая помощь. Потом уже покажем доктору. Это запомнили? Замечательно. Отдельный нюанс. Электрические игрушки. Понятно, что, как правило, детям, дошкольникам ничего больше 12 вольт не положено. Тем, кто постарше, возможно, электрическая сеть, но обязательно с понижающим трансформатором и рядом с папой. Да, это очень важно. И последнее, вот это тоже очень важный нюанс, игрушки старшего брата. Потому что, когда кто-то приходит с набором «Юный химик» для Васи, которому 13 лет, а вокруг Васи вьются Петя и Маша, которым по 4, то эта химия может плохо закончиться. Поэтому я не говорю, что таких игрушек не надо. Я говорю о том, что к каждой хорошей игрушке должны прилагаться мозги адекватных мамы и папы. Евгений Олегович, вы знаете, исходя из всего, что вы сказали, я сделала такой вывод, что выбор игрушки – это воспитательная позиция взрослых. Конечно. Мы определяем, чего мы хотим от наших детей, да? Правда ведь? И когда я дарю ребенку вот этого монстра, или пистолет, или турецкий ятаган, то это я такой. Мне хочется видеть своего ребенка, который играет с оружием. Мне хочется, а мне не хочется. Добрый день, Евгений Олегович. Скажите, пожалуйста, моя дочь с первого года своей жизни не расстается с мягкой игрушкой, не дает даже постирать. Ну, конечно, мы хитрим, стираем, но это нормально вообще? Абсолютно нормально. Очень часто вот это чувство привязанности к чему-то, это совершенно нормально. И дети очень часто имеют любимые игрушки, это опять-таки для них совершенно нормально. Особенно это нормально тогда, когда ребенок выходит за рамки семьи, например. Вот ребенок идет в детский сад со своей любимой игрушкой, и там он чувствует себя вместе с ней намного спокойнее. И другой вопрос в том, что очень важно вот понимать, что есть действительно игрушки индивидуального пользования. Вот если у вашего ребенка есть игрушка, да, которую он не выпускает из рук, меня это меньше волнует. Но когда ребенок со своим любимым там мишкой идет в детский сад, и там этого мишки по очереди целуют все дети этого детского сада, вот это мне меньше нравится. И... Да-да. Я пыталась ее обхитрить и купила точно такого же зайца. Угу. И она ее в момент различила. Вычислила. Как? А вы знаете, я по поводу игрушек, я могу привести кучу примеров. Я знаю, например, что любимой игрушкой огромного количества детей, огромного количества, является пульт дистанционного управления телевизора. Да? Вот сейчас все кивают головами. Я знаю много случаев, когда папа ехал на радиорынок, покупал 10 пультов разных и разбрасывал их по дому. Ребенок выбирает только тот пульт, который реально работает, причем при выключенном телевизоре. Сколько я видел детей, которые из сотен мобильных телефонов не работающих, выбирает единственный работающий. Понимаете? Поэтому по каким принципам? Это что-то там сверху детям диктует, как выбирать игрушки. Правда, да? Поэтому тут мы их вряд ли перехитрим. Воспринимайте это как данность. Нравится игрушка, значит, вы должны знать, что когда ребенок уснул, вы подкрались, забрали ее и в холодильник. Или, а почему бы вам вместе не позагорать? У тебя есть мишка? Мишка любит загорать. Выложили его на балкон, например. Это очень здорово. Ну, если у вас там есть кварцевая лампа, вообще будет замечательно. Главное, и просто мы тут подвели немножко, вот тема у нас такая очень интересная возникла, игрушки индивидуального пользования. То есть игрушками индивидуального пользования являются все мягкие игрушки. Вот их не должно быть, мягких игрушек, там, где много детей. То есть если в детском саду есть мягкие игрушки, это неверно, такого быть не должно. Это раз. И еще, игрушки индивидуального пользования, это все дуделки, сопелки, понятно? Все. Ну и вот такие вот громкоговорители, например. То есть все, что засовывается в рот, это игрушка индивидуального пользования. Учтите. Кстати, если вы где-то в магазине увидели подобную игрушку или какую-нибудь дудочку не в герметичной упаковке, то это нельзя. Это неправильно. В нее уже так надудели, что она нам не нужна. Программа выходит за підтримки торговой марки «Барни». Итак, подводим итоги. Девочки, игрушки – это замечательно. Это то, с помощью чего мы можем
выразить свою любовь к нашим детям и доставить нашим детям огромное удовольствие. Надеюсь, вы учитываете теперь медицинские аспекты безигрушечной безопасности, и все у вас будет здорово, и все у вас будет замечательно, и дети ваши будут играться игрушками без опасности для своего здоровья. Всем доброго, встретимся через неделю. Бакуганы это совсем дорого бьется с сервисом, а потом дорого на тяг настигивает на сервиса, а потом бать его дорого, а потом союз умел. А потом гонки участвуют, участие в гонках. Смотри. Золотая гонка против черных и лазов. Смотри. Золотая гонка начинает обгонять черные, а потом папа, вот они поехали, а потом дальше. А золотая гонка топ-снас, она начинала все больше и все больше ехать, а потом у нее вызвалась скорость. Прямо на до 1000 метров скорости спортивного плана.